I feel very great, and I'm expecting a very tough tournament against strong players like Андрей Есипенко. Я научился играть в шахматы в 5 лет. Меня научил играть папа. Он играл в шахматы со своими друзьями. Я попросил его научить меня играть. Я пришел на передачу, чтобы показать, что шахматы – это интересно. И чтобы моя семья наконец-таки меня увидела, хотя бы по телевизору. Привет.